Что ж, ребят, всем привет, с вами снова Денечек, и сегодня мы проходим квест Карбон Лонг Зе Сити. Со мной, как всегда, Гэт. Всем привет. Ну что ж, продолжаем, тут у нас гонка. Да, занесло. Ладно, это вся плохой, ты очень говорить не буду ничего, в принципе. Неохота. Да блин, чувак, что-то ты офигевший. И сразу говорю, это не моя машина. Ну ладно, твоя машина, то значит сдается. Это не моя машина. О, я его развернул. А. Там ты несколько гонок на МР2 покатаешься, потом тебе дадут свою тачку купить. Ну да, это не моя тачка, сразу говорю. А знаешь, что думаю, можно как раз на МР2 покататься, потом купить свою тачку и ее заставить. И потом мы и на этом серию завершить. Как раз назвать серию начало и первая машина, как я обычно называю. Было бы неплохо. Ну вот. Победа. Бабло нам для этого засчитали. Ладно, погнали дальше. Сразу говорю, я не понимаю, что им говорят. Даже субтитров нету, жалко. Not so lucky for me. He was my, you know, my boyfriend. He was a really great driver. No one knows what happened. One minute the two of you were like neck and neck for the win, and then. Ух, YouTube-то может субтитры настроить. I was taking pictures from the sideline. Да такие, что хоть столько палец. Такой знак я увидел у Эдди, блин, что за хрень? Да там знак знакомый. Блин, такой знак я увидел у Эдди, ё-моё. Там ты увидишь и этот Истсайдерс тоже. Так. Картер говорит, что у него класс это блокиратор. Ну это понятно. Мы уже поняли из основного карбона. Ну там только был Невил, а не Картер. Кстати, Данил, знаешь, какая система мне Макс сказал? Что если напарник финиширует первым, то тебе поражение засчитывается. Что само по себе бред, то есть так. По конверсии карбона было по-другому. Напарник считал с твоей командой. А здесь, если он финиширует первым, ты проиграешь. Такая тема. Чё за сняга? Я считаю, что это недоработка такая. По-другому это не назвать. Так, все, он это сработал. Блин, почему у меня на поворот и на применение напарника одна и та же кнопка? Хрень полная. На применение напарника и на поворот одна и та же кнопка. Вот это, конечно, хрень полная. Да езжай ты. Куда поехал ты, ёпкарь? Сбей этого придурка. Ты сбил, красавчик. Не знаю. Все, он сбил этого придурка. Мы выиграли. А? В
И бонусные очки этому нашему напарнику. My class is drafter, so when you trigger my move, I'll pull in front and you drive behind me. Давай разгоняем меня. Драфт. Да, чинтропули разглядывают пока. По видео передняя серия Cross Race. Да, уж неплохой тут у них эффект драфтера. Чего? У них эффект драфтера видал какой? А, это прерываешься. Чистая секция, вол. Это перевод. Перевод от бога. Так. Давай, драфтер. Это я сказал, если первым финишируем этот напарник, то ты поиграешь, так что вперед не пропускай желательных. Вообще какая-то хинея. Если первый напарник финиширует, ты проиграешь. Ахинея какая-то. Ну это недоработка. Скорее всего, это не ахинея. Это разрабы вот как другие. Не мой бокс даже. Ну вроде бы Electronic Arts или кто там. Я раз ты донил только издатели, вот в чем дело. Я сейчас спецом подлуплю разработчика. Какой-то новый. Это даже шипы сбрасывает. Она ему шипы сбросила. Жесть. Какой-то даже новый этот помощник, который тупо шины прокалывает. А такого не было в официальном карбоне. Сейчас посмотрим. Да нет, все-таки разработчик этот Team Fusion, Torpedoes и все-таки Blackbox тоже есть. Заткнись, я поворачиваю на эту кнопку. Так, посмотрим назад, что там у нас. Вот и я выиграл. Неплохо. Это мы уже знаем из основного карбона, что тут у нас тоже карта. Только районов тут больше. Или ага. Ну да, тут районов больше, чем в основной карте. В основном карбоне там районов было всего лишь три. Четыре. А, да, четыре района. Он еще и Дариуса район. Так, создаем свою команду, ага. Только Я карбонку на ПК походил, я решил назвать команду Эрдзихи Комьюнити. Нажал букву У и запись оборвалась, мячик. Я сейчас это болтаю, посмотрю, запись оборвалась, что я впустую это самое. Пришлось заново пересоздавать профиль, т.д. и т.п. Так вот я лоханулся. Ну, нам сразу дают Митсубиси, мы его выберем. Потому что у меня там превьюшка с Митсубиси. Угу. Так,
Блин, тут даже лучше эти, как его... Эти, как его... Для команд вот эти вот фигнюшки. Угу. Ну, лого для команды поприкольнее. А, согласен. Так, сейчас мы имя свое переделаем. Так. Так, ну вот как-то так. Так, сейчас мы стереть там как. А, стереть на букву А у меня. Ага. Так. Так. Она. Ой, на пробел это принять. Нет, не надо. Так. На А стереть. Так. Блин, замучусь тут с этим. Так. Е. Теперь надо найти. Тут-то не это, не как там вводить эти буквы. Тут надо искать буквы. Mm-hmm. А у меня, в принципе, с джойстика с плавочного это лучше получается, чем с клавиатуры. Ну и, наверное, выбрать. И пробел, наверное. Вот и все, готово. И команду нашу назовем. Как назвал? Любопытно. Денчик один. А, хорошо. Так. Ну и команду сейчас мы назовем. А, я не то нажал. Так. Короче, так назовем. И нажмем готово. Так, тачки вот, визуальные запчасти. Пока нам ничего не доступно, нам только доступна перекраска.
Так, а что у нас доступно? Эти, как его, машетик с колесом. Значит, недоступно. Краска доступна. Это что за краска? Цвет окна. А, тренировка. Ну, понятно. Что за ярлык? А, ярлык, это понятно, что за ярлык. Ну, понятно, что ярлык. Это типа лого команды, что ли? Ну, да, лого команды. Пока ничего не доступно. Запчасти, запчасти, что у нас? Мотор. Недоступен пока. Так, выберите машину. У нас тут еще Chevrolet Cobalt есть. Гольф. Ну да, есть такая машина. Пантьяк. Которой в оригинальном колбоне нету, кстати. Пантьяк Соло Фич. Какой-то Соло... Солотис. Да, не в Солотис, он только в Пластрите появился на ПК. Колбоне его не было в оригинале. Пантьяк Фордебл. Чё? Пантьяк Фойбёрд. Да, вот. И вообще его даже, по-моему, в Пластрите не было. Это вообще, по-моему, эксклюзив. Тестеха, Краузер. Был только появился или в Шифте, или в Володе. Пантьяк GTO, это ясно, он был. В Карбоне не было, если чё, просто для справки. Пантьяк GTO был. Он как был, а, как фу, там есть чё, этот GTO 65-го года. Вол The City вроде. Я про него подумал. Nissan Skyline был в Карбоне. Супра была, и Subaru Супра тоже была. Toyota. 350. А? 350 был. Aston Martin был. Porsche Carrera S. Вот и, по-моему, там одной не было Porsche, он вырезанный. Ну да, по-моему, это как раз она и есть. Porsche Carrera S? Да, Carrera, точнее. Вот он. А, вот она и есть, она вырезанная, её тут да, в кого-то. Вот он-то вырезанный. Так, Porsche Carrera GT, он есть там. Только он доступен после прохождения всей игры. Будет. А. Так, Lamborghini Gallardo. Ну он был. Был. Есть местное дело. Ну и все, больше нету было этот тачек. Все у нас зеленые. Так, запчасти это понятно. Так, карта гонки, вот. Вот у нас мигает, с какого района мы можем начать. Тут можно выбрать каждый район. Какой-то жилой район. Что-то нам только доступен горный и все. Что, поедем туда? Так, что у нас тут? Скоростная зона. Ну это понятно, это, по-моему, это стрит, нет, это... А-ля радар. А-ля радар, да. Так, трасса на свалке, это круг, это понятно. Свалка в оригинале была кампусом, если чё. По-моему. Там, вообще, я считаю, что игровой мир Ono The City это изуродованный в хлам мост Вонов. Еще плюс с отрезанным кемптом, кемблером, кемптом, оговорился. Кемптом в Most Wanted, я думаю, это невозможно. Да, вот в Карбоне-то и не было этого, Chevrolet Cobalt-а. Залетел, ну ладно. Вот Cobalt-а там точно не было. Это что-то новенькое. Кобальта там не было. Да? Карбоник, говорю, кобальта не было. А? Там был только этот... Камаро СС и все.
Из Chevrolet, который могло бы быть. Ну и новый какой-то там еще Camaro. Корвет вроде тоже Chevrolet, но его как отдельную марку там сделали. Там по-английски болтает. Ну да. На парке, не? По-английски, а ты что хотел? Гонку, вот. Так. Вот тут есть что-то на выбывание даже есть, какая-то трасса. Вот идет и в карбоне не было. Она только была в Most Wanted и в... По-моему, в Underground первом. На выбывании. В карбоне кресту же есть погоня на выбывании, нечто похожее. Ну это-то погоня, это потом ты копом становишься, а не просто выбываешь. После этой погони-то копом становишься, а не просто гонщиком, который выбыл и все. Больше не может дальше ездить. Еще один залетел. А, тут нет никаких помощников. Ну ладно, пофигу. Да, называется разборка, то есть там можно соперников уничтожать. Пока они потом респаунятся, сволочь. Да, и машины тут капец какие легкие. Как не в карбоне, блин. Да, машины я заметил, тут капец какие-то легкие. Эй, чуваки, вы чё? Ямба. А, тут еще этот поворот, блин. Надо лидера догонять, блин. Да, что-то тут в трафик никто не врезается. Боты не такие отбитые, я заметил. В трафик они не врезаются, что очень странно. Конечно, более умные, чем в оригинале. Это же очень странно.
И заметим, что игра на PS, а не на ПК. Вышла. Вот тут умнее, чем на ПК. Так, чувак. Нет, ты что-то обордил, чувак. Сейчас я тебя разверну. О! Что такое? Развернул конкретно. Нет, чувачки, вы что-то присели. Что так рядом едете, а? О, круг третий. Все, вышел. И последний круг. Молодец. Интересно, там на какой машине этот придурок едет? Босс? Да это не босс, это, блин, просто бот. Это не босс, это просто бот какой-то. В принципе, так, если подумать, то бот ведь тоже бот, этот босс ведь тоже бот. Я его теперь не вижу вообще на радаре. Я далеко уехал. Крут? Да, я далеко уехал, я вообще его на радаре не вижу. Попробую догонять, значит. Кстати, та срезка, блин, закрыта, блин. Которая, кстати, очень похожа на Мост-Вантовскую. Ах, они твари, они изуродовали Мост-Ванту. Ну да, есть такое. Давид Кастов прислал личное сообщение, что мне с ним делать? И вот этот вот гольф-клуб, кстати, тоже там был. Да, кто только был он защитил на месте гольф-клуба в свалка. Конечно, не издевательство. Сделать на месте больше клуба свалку. Капец, хочу сказать. И этот поворот я тут запомню, по-моему. Нет, это поворот не помню, это что-то новое. А хотя... Не знаю, по-моему, что-то мало ли, что-то там старое. Весь мир сможет сломать. Просто он разлом их перевел, вот слом. Не, чувак, мне все выиграли. Угу, за мной Кобальт СС ехал, капец. Да, и кстати, тут на мини-карте то же самое, такие же флажки. На мини-карте такие же флажки, вот. Выбрать гонку, ну-ка. Так, что у нас там? Так. Вот еще какая-то трасса. Assassin, tap the special move button before he drops his spike.
Да, кстати, я тут заметил, что знаки гнутся. Нифига, он его чё, протаранил? Понятно. Кого? Да тут помощник. Нормас, он его там протаранил. Кстати, у нас одинаковая машина. Лавандер в сети, блин. Ага. Что-то не повезло. Я добавлю, не парься. Лавандер, ты здесь? Нет, это вот, вот здесь. Алло, алло. Привет. Привет. Ты чем занимаешься? Чё, я сегодня две серии записал. Вот я звоню Писку, а он засидит серию. Я боюсь, я скоро на Роутраж забью, потому там наркомания пришлась конкретная. Чё? Уже 20 подписчиков. Я видел, хорошо. Скоро меня тут будет. Да, у меня пока ровно 20. О, врезался всё-таки. Трафик. Трафик. Бот сраный. Запускать. А ты видел Нечка, там? Нечка, ты выложил очищение страх? Нет еще пока. А ты видел, я тебе там карту закинул? Да? Зайди в ВК. Короче, я сейчас буду записывать очищение страх. Блин, потом надо канал в отпуск отправлять, потому что я в лагерь на 2 недели уезжаю. Зачем в лагерь-то, смысл? Ну, надо поехать. Блин, короче. Родители заставляют. Ну, да. Отказаться как? Ну, блин. В принципе, не очень хочется. Потому что там и друзья мои, типа, уговаривали, типа, босс, с нами поедешь. Так-то можно съездить, я ни разу не уехал. Да ведь потести карту хотя бы перед отъездом. А? Потести карту хотя бы перед отъездом. Ну я потещу, конечно. Не, я 27-го только не еду. Ты видел мои, короче, накладки в той серии? Ну да. Типа я начал пользоваться этими всякими фигнюшками в монтаже, которые только есть. Ну что, сейчас записывать. Погоди, сейчас еще звук сделаю немножко погромче. Ну и вот, мы и выиграли. Так, ну ладно. Сейчас. Ага, сейчас, погоди. В компанию только зайду. И уже начну записывать.
компании, блин, падение лорда Рона. Так, очищение Стракольма, ща. А, ну сначала надо интерлюдию посмотреть, по-моему, да? Ну да. Ну ладно, давай. 3, 2, 1. И всем привет, вы на канале Асаландр. Сегодня я записываю Warcraft прохождение Reign of Chaos. Мы остановились на 6 главе. Ну, давайте сначала посмотрим интерлюдию. Со мной сегодня Гет и Денчик. Всем привет. Ну, давайте. Смотрим интерлюдию. У вас нету под сумок все роутраж записать, вы записываете оба. А я уже все сейчас закончу. Принц и пророк, в тот день же, в тот же день по дороге в Страгуль. Всем пока, с вами был Денчик и Гет. Всем хорошего настроения и пока-пока.